бы 3, не 4 уже. Да случайно нажимаю, короче, стоп. О, боже мой, боже мой. Случайно нажимаю стоп. Так. Спасибо всем, кто написал, предупредил меня. Только бывает. Сергей Викторович лежит здесь. Что пишет? Какая она стеснительная у нас. Да нет, я не стеснительная, я просто... Смысл у меня мама с папой смотрят. Зачем ему это лишний раз? Но спасибо за то, что предупредили. Что там пишут, что там пишут. Теперь мы знаем, какой он, если тебе быть легче, то никто не сделал скринов. Да, мы, если честно... Мне уже это не важно. Да, Сергей Викторович? Чё из этого? Чё, как дети маленькие? Глупости всякие раздуваете. Забейте, забудьте. Это же не так важно. Так, ты всё ещё с этим мужчиной? Да, конечно. Чего нет? Привет, привет. Ребята, обожралась булками, капец. Осилили, устроите. Ребята, мы уже устроили. Мы провели этот батл. Мы купили 100 булок. Фу, блин, тут воняет на кухне этой едой. Ох, мы сделали это. И на канале, Адской Наварской канале Дневник Кача, дяди Сережи, мы дофига сожрали. Этот батл будет. Я сейчас покажу, сколько осталось. Вот еще сколько осталось этих чертовых булок. Вы видите, нет? Это просто трэш. Реклама Grow Food, кстати, смотрите. На упаковочке красивая Даша Наварская. Ты не ты когда-никогда. Заказывай от меня скидки. Так. И самое, что ужасное, что мы вдвоем, я и мой Сережа, сожрали. Но тут осталось больше полтинника на столе. Привет. Тут осталось больше полтинника на столе. Мы купили сотку. 100, где-то в районе 100 штук разных. Да, живот капец. То есть... Был худенький, был маленький, а стал вообще я как беременная. Не делайте этого, не повторяйте моих ошибок. Ну, блин, я могу сказать, что завтра я буду вспоминать и понимать, как это круто. Как это было круто. Да. А сегодня мы будем умирать вдвоем с Сергеем Викторовичем. Здорово, друзья, это Сережа с вами. Сегодня решил посмотреть на те булки, которые я съел. Или ты думаешь, от того, что ты легла на меня, мне стало легче? Мне так легче. Все теперь просят, чтобы я показала им грудь, представляешь? Вот вам. Булки. Так. Долго еще в Тае будете? Месяца два, потом уедем в Китай. Ой, кстати, ребят. Чего не спрашивайте по поводу соревнований-то у меня? Я же в соревновании участвовала тут в Китае нынче. Спасибо. И я, между прочим, была в номинации еще сезон назад была в номинации классического бодибилдинга. Сейчас я выступила в китайской бикини. В своей ростовой заняла первое место и в абсолютке стала третьей. Увезла 2 кубка, 2 медали и кучу бабок. На который мы купили булки. Так, не спала 2 дня. Почему 2 дня не спала? Спала. Чего?
Чего там? Ты вообще огонь. Спасибо, ребята. Большая просьба. Следите за шариками. И самый добрый отзывчивый. Пишите, если что-то не так, чтобы я смогла успеть, если что, удалить трансляцию. Так, очень классная, бицепс, покажи, пресс. Да вы что, какой пресс? Я только что съела. Будь здоровым, сладкий. Я только что съела. Сколько я съела? Если Сережа съел 21, мы посчитали, что я съела на 4 меньше. Но мне кажется, что я просто монетку вовремя не кинула. Нет. Так что так. Так, чего качаешь? Привет, привет, привет. Вот банка. Пресса. Пресса нет. Нету пресса. У меня нету, 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 нету. Так что вот так вот. Сколько твой вес? Мой вес вчера был 60 килограмм. Сегодня, наверное, уже 65, наверное. Потому что я очень много съела, очень много выпила молока. Так, крутая. Так, 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 так. Мы еще... Ой. Мы еще запивали всю эту хрень, которую накупили. Молоком обезжиренным. Молоком обычным. Я уже кончилась в какой-то момент. И в какой-то момент я стала забивать водой. Очень много. Их сейчас остается очень много. Их куча, их тысячи. А, тут, короче, представляете, я долго ела какие-то эти булки, вот эти. Вот эти. Вот эти очень долго ела. Штук, наверное, может быть, 5 я их съела. Потом оказалось, что там бумага. И я ела вместе с бумагой. Вы представляете? Вместе с бумагой. Все нормальные люди едят булки так, а наварская это баба суровая. Наварская с бумагой все сожрет. Сережа нежно называет меня, мой котенок троглодит, он говорит. Так, жим лежа, присед, что, где Гошан? Гошан в Китае. Гошан остался в Китае. Покажи фигуру, вот фигуру. Вот, фигура, фигура, фигура. Так, мой рост 163, много вкусняшек. Ты аварка, где Серега, где новые новости? Где четвертый качок? Какой четвертый качок? Когда послал росок, плиз, наварская, рост. Рост, ты что, оглох? 163. Так, так, все... Соревки. Все. Соревки. Закончили соревки. Выиграла 90 кусков. Две медали. Два кубка. В очередной раз убедилась, что у меня самый лучший парень. Потому что он лучше и круче всех меня поддерживал. Это дядя Сережа, да? Да, это он. Вот. Цветочки мне подарил, смотрите. Да, я, как и все нормальные бабы, хвастаюсь цветами. Короче, я к чему? Серега выступал. Он выступал уже на следующий день в ПРО. Он теперь ПРО в этой федерации. Короче, вот еще раз вам показываю эти булки, которые остались. Мы съели очень много. Чувствую себя мерзко, плохо. Так, худей. Турама без здоровья у тебя, у меня аж... комплексы, что я такой дрищ. Ну, раз у тебя комплексы, может быть, тебе пора заблокировать, чтобы ты не комплексовал там, бедняжка. Так, кстати, по поводу похудел. Знаете, сколько похудел-то? С 67 до 58. Из классического бодибилдинга пропустила я один сезон. Я была в Women's Physique, классический бодибилдинг. Я стала китайской бикини. Так, молодца, чего, ты милашка. Ладно, спасибо всем большое за теплые слова, у вас там 500 человек. Ну уж подпишитесь тогда на мой этот перископ. Он у меня всегда скучный, грустный, я либо жру, либо сплю. То одна, то с Сережей. Так, спасибо большое.
Еще раз расскажу, последний разок, пока вас там 500 человек. О, 590, 590, кошмар. Так вот, еще раз расскажу. Прошел челлендж. Прошел челлендж. Челлендж. Мы сожрали булки. Купили 100 штук. 100. Здесь уже меньше. Конкретные цифры вы можете узнать на наших каналах. Дневник Кача и Адская Наварская. Присухи нет. Какая там присуха? Я только что поела. Ой, все. Ты ела 900 килокалорий вроде на сушке. Конечно, срыв. Да, это на самом деле срыв. Срыв был запланированный. Был запланированный срыв. Сергей Викторович, какое ощущение? Ой, смотри, у меня 607 этих просмотров. Давай, давай, давай. Работаем. Подписывайтесь. Два дяди Сережи. Подписывайтесь в инстаграм Даши Навара и Миронов Сергей. И мы съели все булки. Мне сосок опять виден, что ли? Где виден? Давай я буду их прикрывать. Давай. Вот так. А мне что? Друзья, хотите, я сосок вам покажу? Уже 1000 человек. Давайте. Сейчас они начнут. Сейчас меня заблокируют, и все. 1100. За что? За то, что за мой сосок? За твой сосок. О, 1200. Кисуля. Друзья, мы в Таиланде живем. Последние пару месяцев гоняли в Китай. Мы блогеры, фитнес-блогеры. Если что, кто новые пришли. Это Дашенька, чемпионка по всяким соревнованиям по фитнесу. По булкам. По булкам поедания. Пока она не чемпионка, ей еще надо тренироваться и тренироваться. Сегодня Дашенька поставила свой первый рекорд и съела... 16 булок за 30 минут. Съела... 17 булок Дашенька маленьких съела за... 40 минут. За 30-40 минут. Вот. Такие дела. Сейчас мы лежим и перевариваем эти булки. Булки. Сегодня я съел тоже свой первый рекорд. Это 21 булочку. Маленькую. Теперь мы лежим. Вот такие дела. Лежим, я монтирую видос на свой канал. Дашенька лежит и... Умирает. И переваривает свои булочки. Я ее глажу. Это моя киса. Мяу-мяу-мяу. Вот. Мне 26 лет. Дашеньке практически стоит уже. Видос выйдет совсем скоро, так что кто не смотрел, очень красивые получаются виды всякие у меня на каналчике. Вот. И, не видно. Короче, монтирую красивые ролички, делаю. Дашенька. Там у меня будет бегать по пляжу во втором ролике. Я буду ее снимать. Вот. У Дашеньки есть тоже свой канал на Ютубе, так что можете подписаться. Вот. Что еще? Вот банка, кстати, моя. Сейчас к фигурярному готова. Хочу спрогрессировать. Дашенька моя все переваривает булочки, лежит. А 3300 человек, Дашенька, нас глядит в прямом эфире.
Вот. Мы ездили в Китай, кстати, выступали на соревнованиях. Вот оттуда ролик и будет, кстати. Китай нам очень понравилось. Мы поем в Китай еще. Выступать там будем. Дашенька у меня чемпионка, выиграла категорию бикини. Бикини, девочки в бикини выходят. Там у них должны быть красивые ножки, подкачанные спортивные, прессик, ягодички. А вот, Дашенька у меня там выступает, выступает. А я выступал в пляжничках, в шортиках такие, мальчики, красавчики. Но я не попал в финал, потому что были мальчики менее жирные, чем я. О, 4000, Дашенька. Нас глядит людей с тобой. Тут. Надо больше мне руку длиннее. Вот. Моя кисуля. Кис-кис-кис. Кис-кис-кис. Вот. Поменяли. Вот. Сосочки. Вот такие, друзья, дела. Так что мы такая фитнесовая пара из России. Ну, хорошо. Дашенька, скажи, мы пара из России по-английски. You. Пара. Ань Руслан. Руслан. Боже ты мой. Руслан говорит. Я бы не сказал. Да, даже. Вирту. Вирту. О, Вирту. Верту. Вирту. Дашенькин канал называется Адская Наварская, а мой канал называется Дневник Кача. Дневник Кача. 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 Дневничок Кача. Дневник Кочки. Миронов Сергей. Фитнес-модель и поедатель булок. Фу, там на кухне так воняет этими булками. У нас столько булок там. Очень булок, много-много булок. Их бы нам очень много булок. Ну что там? Такие дела. Дневник Кача редко мы смотрим. Сколько там здесь? 3,5 вот есть. 3,5? Отваливается потихоньку, дошло до 5 с чем-то. Ах, эти булки, это когда я сосок показал, начали подписываться. Да? Да. Все то, что когда изначально у меня вывалился. А потом я как заманил, подзаманил. Ты его рассказывал про нас. Ой, так, ну что, ребят, все, кто поедет в Таиланд, может быть, ребят, мы рады с вами встретиться. Мы рады. А если вы если время есть. Красивые, спортивные. И у вас есть, вы хотите угостить нас булками? Нет, то есть вы хотите нас угостить булками, то до свидания, на своих булок хватает, мне кажется, на месяц точно. Я думаю, короче, челлендж можно посмотреть на наших каналах. Совет вам мой. Да любовь. Что пишет, что пишет? Сережа, как с тобой пообщаться по составлению питания? Сколько стоит? А 2000 рублей у меня программа тренировка питания. У Дашеньки то же самое. Дашенька... Я девочка, по девочкам. Дашенька девочкам там что-то подсказывает, какие-то штуки. Мальчики стараюсь не брать. Мальчики в основном идут к мальчику, ко мне. Мальчик, к мальчику. О, смотри, какой у меня венозный. Охренеть вообще, Сережа, ты забыл, реально. Да? Ох, эти булки. Руки отекают, Сережа. Руки, вот руки. Вот они. Руки отекают. Ах, эти руки, булки и нутелла, и вишневое варенье, и сгущенкой поливаю я их опять снова и макаю. Ну что, все, я думаю, что там уже Дима меньше стало. Да, что-то люди смотрят и смотрят.
Может, вопросы у вас есть какие-то, ребят, задать нам? Не знаю, что-то вообще не видно. Ни лайков, почему-то не видно, ни сообщений. Что-то глючит. Лайк что-то пошли, но что-то как-то мало совсем. Сообщений нет совсем. Может, это 3,5 человека? Даже сообщений тоже мало. Наверное, какие-то иностранцы подписали, смотрят. Так а что пишут-то? Вот ты просто не смотришь, что пишут, поэтому Да там пишет одно сообщение, читаю. Значит, Даша программу может заказать ей написать ВКонтакте с пометкой «Булки». Нет, ну с пометкой «Программа». Программа, питание там. Ты зажимаешь, что она надо мой голос. Да? Да. Ой, так что так, ребятушки, объелась, ужас, просто тихий ужас. Было бы уже долго, если не буду. Знаешь, заходишь на кухню, там запах этот булочный. Прям тошнит, знаешь, прям тошнит. Хочется вырвать их с корнями оттуда. Эти булки, булки, булки. Не, ну я надолго, я не хочу больше. А ты? Ну это сейчас ты не хочешь. И мне кажется, еще долго не хотели бы, реально. Друзья, подписывайтесь на Инстаграм. Реклама закончилась. Ой, это надо вот так делать даже. Оп. Вот так. Миронов Серж, а Дашенька у меня есть где? Вот она. Она моя Дашенька. Ни лайков, ни вопросов у матросов. Ничего, чат не пишут. 3000 человек смотрят и все, и молчат. Ну это, наверное, иностранцы какие-то. Встречи с подписчиками будете делать? Встречи? Будем. С Фейсбуком придут, тогда нет. Я думаю, Дашенька, завтра ты уже будешь готова съесть много булок. Много булок. Может, кофейка с булками попьем? Нет. А сэндвич хочешь? Нет. А что? Что бы ты хотел? Сникерс хочешь? Интерсгель. О, да. Интерсгель хочу, Сереженька. И на горшок. Отнесите меня. На горшок. На него я посяду на горшок, я подсяду. Ой. Кисуня. Мяу. Моя киса. Кис. И сразу 100 человек попушку. Кис. Мяу. Кис. Сереж, ну ты уже иди, ты сам. Вот как мой животный. Давай еще раз, Сереженька. Мы с прессом еще. Кусь. Ах, эти... Фу, Ванечка. Не знаю, ничего не пишет. Ничего не пишет. А еще человек ничего не пишет. Почему ничего не пишет? Может, кто-то зависает? Подвисает. Один какой-то чувак все пишет, что лучше, метан, там, монастан, еще какой-то набор. Какой-то чушь пишет. Давай, может, ну-ка. Где вы сейчас? Мы в Таиланде сейчас. Хукет, мы дома. Мы обожрались булками. О, много булок съели мы. Очень много булок. О. Ой, ладно, давайте прорекламируем Инстаграм. Еще раз.
И еще много, говорят. Да и еще раз. Да еще много. Много раз. Вот ты Сереж, что ты? О, это Дашенька. Ты твоя Дашенька? Кто это? Это твоя Дашенька. Ой. Раз, два, три. А это. Честно, какой-то то ли Инстаграм глючный, не знаю, там все подписчиков уже три. Было три, я стал Инстаграм показывать 3-400. Может, какой-нибудь тайский топ мы попали с тобой. О, отписывается чуть-чуть. Очень интересно, Сереж. Ну ладно, давай прощаться всем. И всем пока. Помаши, Дашенька, ручкой. Можно я возьму свой телефон? Ну, помаши ручкой всем. Вот. Давай, чтобы на вдвоем было видно.